Приехала к нам машинка. Тут крылышко побитое, все, но по чистоте автомобиля надо, наверное, все-таки прежде чем вот, взять заняться, наверное, ее немножко надо помыть. Да ну грязная. Грязная, да. Ну вот, приехал к мастеру человек. Вот. Такой красивой машине. Тут еще, кроме этого, у нас вот крыша такая интересная. Делали ее в Америке. Американцы. Вот, что-то тут на нее упало, походу. И вот так вот красиво ее. Пока что ход не дошел. Ну, интересно было бы, конечно. Конечно, было бы интересно поковырять бы эту крышу. С точки зрения, что тут за металл. Есть тут, допустим, настойки. Вот такая вот тоже. Ну, я что-то не настолько смелый. Это явно какая-то лестница. Либо какая-то железяка. Тут аж кант этот ушел. Ну, ладно. Ну, да, вот загнали, помыли нам машинку. Вот вся блестит теперь. И хозяин доволен. Вот. Сразу, да, нет. Как видно из предыдущего видео, мы тут, как говорится, машинку вымыли. На ней, конечно, везде есть дефекты. Вот, по идее, гратные вмятинки. Но нас крыша не касается. Нас касается задний бампер. Тут притулились вот этим местом. Ну, сейчас подсветку включу, увидим. Вот теперь видно. Вот оно, да, и все, полопалось, порепалось, вот аж до сюда. Искалось. Тут небольшая шишечка есть, играет. Ну, как бы, что делать, будем снимать, делать. Там у нас американочка с Америки. Вот здесь тоже, тоже чуть-чуть, ну, думаю, эта полировка уйдет, чухнули чуть. Вот, ну и на закуску вот это крыло. Тут оно чуть прям вот с этого места. Вот он удар. И вот так, так вот так все пошло. Вот мы видим, да? И фаре чуть досталось. Ну и все, вот это стесано. Сейчас померяю приборчиком. По идее, вроде как смотрится, что тут заводская покраска. Возможно, можно будет беспокрасочным методом попытаться чуть подправить, а потом уже, как говорится, там, шпаклевать и прочее. Если нет, возможно, машину всю перед продажей в Америке приезжает. Просто вот тут даже видно, вот я вижу, край элемента вот здесь вот, видно, что вроде бросилось. Все, так, как бы не заводская шагрень. Не могла она вот здесь в уголку остаться, а везде быть заполированная. Вот. Ну, сейчас посмотрим, прибор, как говорится, все покажет и расскажет. Ну, заломы надо убирать. Либо будем рихтовать классикой. Я в том числе вот такой есть у нас Троммельберг. Споттер. Made in China. Шикарная вещь. Работает на базном. Вот. С той положительной стороны себя этот агрегат, так сказать, в моих глазах. Ну, вот. Единственное, что, конечно, в пылюке тут он, но что делать? Мы тут работаем. Они глазки строим. Вот так вот. Таких две задачи стоит. Вот сделать. Крылышко и сделать там бампер. Ну вот сейчас мы увидим. 0,24 показал. Здесь 0,26. 0,19.
0,20. Ну тут хочешь не хочешь, понятно, что это дело 0,20, что как не красилось. Вот. Просто машина то грязная была, то теперь как бы я немножко вот уже ночь тут бликует и не особо видно. Ну, крыло уже крашеное, поэтому тут особо вариант брать и делать.